Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Да, я читаю ваши комментарии, вы пишите, где серия? Ребята, вы не поверите, три серии у меня просто полетели пухом и прахом. А знаете почему? Первая у меня почему-то записалась без звука, вторая почему-то записалась у меня в режиме паузы. Не могу понять, почему так произошло, у меня просто одна картинка, мой голос идет, а картинка на одном месте была. Третья вообще просто исчезла, я не смог ее найти, куда она даже записалась. В общем, ребята, я надеюсь, что вот эта серия у меня все-таки получится. Опять же, мне придется все заново рассказывать, показывать, что у меня новенького появилось. Устал, честно говоря, повторять одно и то же в каждой серии, ребята, я это говорю. Ну что, давайте приступим. Для начала, смотрите, ребята, я хотел у вас спросить такой совет. У меня появился новый персонаж, вот он. Дантериан. Хотел бы узнать ваше мнение, стоит его качать, не стоит качать. Уже хрен знает сколько, неделю даже уже не могу его прокачать, потому что серии мои накрылись, где я у вас спрашивал мнение по этому персонажу. В общем, сейчас жду. Также, ребята, у меня появился, уже давно появился вот этот персонаж, Лутец. Я его тоже хотел спросить у вас мнение, но уже начал прокачивать, ребята. Он у меня 71 уровня, у него сколько... Еще один этот, одно улучшение осталось, и все, и он будет у меня по, ну, на данный момент по соточке, до соточки будет раскачан, короче. Хотел спросить, что это за персонаж, хорош, не хорош, но мне кажется, хорош. Мне кажется, все персонажи, у которых есть шкуры, кожа, они хороши. В общем, пишите мне в комментариях, мне очень будет полезно это знать. Знаете, это у нас вот есть ребята, да, создают гайды, там, то все 5-10, рассказывают, как лучше качаться. У меня немножко по-другому происходит. Я начинаю играть в эту игру с нуля и спрашиваю у вас, у моих дорогих зрителей, как лучше всего мне качаться. Наверное, таким еще никто не занимался. Я буду первым. Шучу. Ну что же, ребятушки, в принципе, как бы вот так вот вкратце, вот два героя, Лутец и вот этот Дантериан. Хотелось бы узнать, мясо, не мясо, корм, не корм, что они себя представляют и как. Потому что вы прекрасно знаете, что вот это вот читать с коверканием, как они здесь все это расписывают, это, конечно, даже не как в Триал Героях. В Триал Героях там все понятно, там перевод нормуль. Здесь же как-то сомнения меня берут. Ну и как вы мне все желали, ребята, я заменил этого, как его звать-то, как его величать-то, нашего братка-то. А, Латуса, да, Латуса я заменил на вот эту вот барышню, Свет Звезд. Ну да, она мне нравится, нравится, она неплохо себя ведет. Но следующий, ребята, у меня вопрос, где тут качаться? В данный момент в компании я не могу продвинуться, потому что просят меня получить 42 уровень. То есть дальше я не могу, ребята, пройти... А, не 42, что я говорю-то, 74, конечно же. Вот, 74 уровень. Вот, и я не могу, я не знаю, где качаться. Мне нужно повышать уровень, а где? 73, а, ну если только так. Ребята, это 3 дня уже прошло, 3 дня. И я получил только лишь 73 уровень. Мне что, еще 3 дня ждать, пока я получу 74? Ну как-то, ну, не солидно. Мне больше качаться-то негде, ребят, не на чем. Так, в башне я тоже, кстати, хорошенечко так встрял. Но это все, ребят, по порядку. Давайте начнем, пожалуй, с вами с наших ежедневных, естественно, заданий. Так, Лига Ледяная, давайте обязательно пойдемте в нее. Будем с вами проводить бой. А, да, я же вам забыл сказать, я оборотня же себе взял. Взял, ребята, змею. Не знаю, я очень долго сомневался, кого мне взять, оленя или еще там кого-то. Взял змею, ребят. Может быть, конечно, сделал большую ошибку, но пока меня устраивает. Пока устраивает. А вы, естественно, ребят, пишите свое мнение. Может быть, я лопухнулся в очередной раз. Ну, вы сами понимаете, ребят, человек, который в первый раз играет в эту игру, нет, конечно, может смотреть там 1000 гайдов, там, кто как играет. Ну, хочется что-то свое, как-то по-своему пойти. Да, есть, конечно, знаете, как умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, а у меня получается немножко по-другому. Я сам проверяю все методом проб и ошибок. А вдруг у меня что-нибудь получится такое... изысканные. Да, мечтатель, короче. Ладно, ребята, мы сделали с вами первое наше задание, получаем билетики и пошли дальше, как говорится, по нарастающей. Будем делать Мидаса. Отлично, забираем. Так, подарить 5. Да, ребята, я, кстати, по вашим просьбам здесь тоже создал клан. Клан называется Легион, ребята.
Если есть желающие, особенно которые хотят помочь, могут даже, если что-то мне посоветовать, подсказать, мне намного проще будет так. И хотел бы спросить еще именно у своих подписчиков, именно у своих зрителей, стоит ли нам с вами открывать Discord, чтобы общаться по определенным играм. Игр у нас много, вы прекрасно знаете. Общаться с вами в одностороннем потоке как-то не айс. Стримы, как говорится, у меня не позволяет широкополосный мой отстающий интернет. Точнее, он позволяет, но он очень дорого стоит для меня в данный момент. И две линии как бы в одну квартиру вести тоже не айсово. В общем, короче, ребята, пишите все, что думаете, пишите, что хотите предложить, что можете предложить. Как лучше развиваться, как лучше накачаться. Эй, я хотел... Зачем же я... Ай-яй-яй, перебор, ребята. Заговорился, замечтался, лопухнулся. Хей, 20 бюльков, ладно. Выполните два задания таверны. Естественно, будем выполнять, и что? Я так думаю, что это у нас бесплатно. Да, конечно же, это все бесплатно. Так, покорить оборотня, конечно, покорим. Давай, иди сюда. Так, автозаполнение. Так, ускориться, я не знаю, стоит ли вообще ускоряться. Ну, трехзвездочный, ну ладно, фиг с ним, давайте сделаем, хорошо, так уж и быть. И хотел спросить, стоит ли, ребята, здесь подписываться на, как она называется-то, на випку, на випочку. Или же не стоит. То есть, не приватный аккаунт, а чтобы у тебя шли какие-то определенные бонусы. Так, изготовить 3 снаряжения. Любых, да? Ну, давай, приступим. Сапожки. Так, теперь вот эти сделаем. Дадут мне вот эти вот? Нет, не дали. Не дали, к сожалению. Ну и ладно. Так, все. Сделал 3 снаряжения. На этом хорош баловать. Лишнее бабло, как говорится, спускать на ветер мы не будем. Так, выполнить базовый призов. Давай выполним с вами базовый призов. Ну, естественно, призываем какого-то халабуду. Да, не айс. Так, не хватает сердечек у нас, да. Одного буквально сердечка не хватает, чтобы я мог за призов. Так, выполнить один героический призыв. Блин, один героический призыв. Ребят, вся надежда только на то, что у нас этот призыв будет... Так, на рынке, конечно же. Так, обновляем. И да, он есть, ребята, мы покупаем его. Так, и что здесь еще можно купить? В принципе, ну давай вот этот вот возьмем. Билетик на арену. И, пожалуй, все. Больше нам здесь ничего не нужно. Да. Так, у нас свободный остров открыт. Точнее, не открыт, уже откатился. Это хорошо, ребята. Так, значит, давай сделаем с вами призов. Ну, ахалай-махалай. Дудки тебе, блин. Колдуй, бабка, колдуй, дед. Хрен тебе, а не мопед. Ладно. Собрать награды в компании 5 раз. Как? Каким макаром? Не знаю. Так, ну что же, и приступаем, естественно, ребята, к рейдам. Давайте все это по-быстрому. Единственное, что вот здесь хорошо, можно, ребята, проматывать. В Триалс нельзя. Если ты не имеешь випа, хрен тебе там чего промотать. Но мы сегодня, наверное, я думаю, успею я снять видосик и по Триалу. Единственное, что, ребят, не успею сходить на вип-сервак, ребят. Ой, на вип-сервак, на приватный сервер. Скорее всего, сегодня не получится у меня заснять видосик, ребята. Но поверьте, там все хорошо, все нормуль. Потом будем... Может быть, конечно, чередовать мне серию, например, оригиналки, серию, например, приватного. Вы уж тоже там пишите, как мне лучше сделать. Ну что же, собрать 5 наград вот здесь вот. 5 раз. Когда там эти трофеи выпадут, фиг его знает. Будем ждать. Так, давайте заберем все одним кликом. Ага, драгоценность провидца нам выпала. Сейчас мы, ребята, ее используем. Хотя... Говорили, что лучше их накопить, а потом использовать. А у меня нет, ребята, сил. Нету сил копить. Я вот сейчас использую лучше и посмотрим. И... Оу, кэрри! Хо-хоу! Да, я не спорю, ребят. Не такой хороший персонаж. Но мне он нравится. Мне нравится. Я его буду, наверное, качать. Или же не стоит, ребят. Опять же жду от вас адекватных комментариев. Стоит ли качать кэрри или нет?
Так, нам еще нужно его для начала будет призвать, конечно же. Рюкзак, выходи, Кари. Он же у нас, по-моему, убийца, да? Или я путаю? Так, давайте посмотрим, кто у нас Кэрри. Да, Кэрри у нас убийца. Я его пока, ребята, трогать не буду. Буду ждать, что вы мне напишите. Стоит ли в него вкладываться или же нет. Так, гильдия. Да, ребят, вот моя гильдия. Моя. Пока еще тут никого нет вообще. Ноль. Пустой. Без палочки. Естественно, ребята, здесь ничего не развито. Вообще ничего. Очень тяжело мне одному, конечно, тут с этим, со всем делом справляться. Но есть возможность, что я сейчас могу, наверное, здесь победить этого босса. Так. Подтверждаю пропуск. Ну, естественно. Так, и сколько там у него остается? 4%, ребята, я воскрешаюсь бесплатно. Оборотень включен. И, естественно, я сейчас его добью. А, тут у нас она. Одиночка. Есть, я победил. Отлично, буду в одно жало качать себе этот. Так, и следующий у нас тут. Фу-фу-фу. Не буду я тратить эти. Ну, как-то так, потихоньку, полигоньку. Ну, а что вы хотите? С нуля, все с нуля, ребят. Абсолютно с нуля. Так, 115 очков, этого, конечно, мало. Я ничего здесь не смогу себе поднять. Так, жизнь рыцарей. Жизнь рыцарей, да? Убийцы, вот у меня убийцы есть. Давайте чуть-чуть сюда вольем. Повысим жизни. Все, да? Ладно. Ну, сами видите, ничего, ребята, не развито. Одному здесь нереально продвинуть свой клан. Ну, действительно нереально. Так что, если есть желание, заходите. Я буду вас очень рад видеть. Ну, а пока вроде бы и все. А, как легион называется, ребята, гильдия. Так, ну что же. Что я тут еще? А, на почту ко мне пришли. Ладно. Сколько? 500? Ух ты, 500, это хорошо, ребята. Так, я еще достижение какое-то выполнил. Получить, ага, 10 пятизвездочных героев. Шикарно, ребята. 200 брюликов, 200 тысяч бабла. Это очень хорошо. Так, ну что, полетели с вами на свободный остров. Ребят, вы видите, что я себе приобрел. Так, собираем вот эти вот брюлики. Так, поднять не могу, нужно 72 кристалла. Так, смотрим, что у нас, ребята, здесь с вами. Так, 14к. Ладно, хорошо. Смотрим, какие здесь у нас. Ага, еще 5. Замечательно. Так, враги. Ну что, я, наверное, попробую вот так вот, ребят. Будем проходить рейдерски, чтобы как бы не отвлекать ни вас, ни себя, не тратить на это все время. Не знаю, вот лутец этот, хорош, нехорош. Не знаю, ребят, честно скажу, не знаю. Я надеюсь, вы мне поможете в этом разобраться. Естественно, сейчас помогаете и вы мне разобраться. Потом, когда я уже стану более-менее как бы разбираться, шарить в этом деле, возможно, где-то уже буду я вам подсказывать, как, что, где. Ой, я же хотел, блин, я же хотел. Ну-ка, здесь можно здесь? Да, и можно. Так, ну просто, ребята, по-быстренькому это дело проходить. Так, да подожди, а почему я не могу пропустить? Я же как-то пропускал же раньше. Что-то не врублюсь я. Раньше я мог пропускать. Сейчас что, не могу, что ли, уже пропустить? Все? Ну, воевать. А, нет, ребят, это же не воевать. Нужно заставить рейд. С пропуском, да? Вот. Отлично. Вот так, ребята, мы с вами зарабатываем. Ага, а вот с этими, ребята, не получится, смотрите. Будет проигрыш. Не понял, что-то ничего не вышло. Ну да, видите, мы проиграли с вами в первый раз. Вот сейчас будет победа. Все. Почему-то вот с ними не получается с первого раза, ребят. Так, с этими дедульками получится, нет? Получилось, хорошо. Все вроде бы здесь, да, зачистили. А, нет, нет, ребят. Не все мы с вами зачистили. Погнали. Блин, неудачно. Давай еще. Ну все, ребят, как раз мы нарциссы практически все с вами потратили. Но все островки мы с вами забомбили. Кроме вот этого, естественно, ребята. Это жесть какая-то, я не знаю. Опять же, здесь получается в одно жало не пройти. Не пройти, и как бы ты этого не крутил. Подожди, а что я... Во, вот так вот сделаем. Ну, это, ребята, заведомо проигрышный вариант. Но, тем не менее,
Один кристаллик нам не повредит. Сколько у меня их? 47. Пру, этого мало, 47-то, ё-моё. Но зато я могу здесь повысить. Так, 7, 8. Все, предел, да? Нужно дальше качаться, ребят. Но, тем не менее, это хорошо. Получить. Вот так вот. А здесь, да, здесь нужно 72. То есть, буквально еще, ребята, 2 захода мне придется сделать, чтобы я смог повысить. Здесь тоже не могу повысить, потому что нужно повышать свою главную базеночку, главное свое строение. Так, арена, осиновое подземелье. Спасти. Кстати, я в нем ни разу не был еще, ребята. Когда я его открыл, когда получил 72 уровень, оно было в откате на, там, по-моему, на 30 с лишним часов. Поэтому первый раз иду при вас. Так, спасти. А что у нас тут? Вот так вот все. Ладно, давай попробуем. Кого спасти? Простой. Ну, предположим. Так. И суть в этом. Я не вырубился немножко. Так, хорошо, давай попробуем. Этих бабок мы убили. Победа. Так, и 5 брюликов получил. Подожди-ка. Ах, я, значит, короче, выбираю себе 5 персонажей, да? И эти 5 персонажей будут у меня воевать, что ли? А до какой поры? Так, окончить обратное по временной. Так, через 30... Через 38 минут, я так понимаю, это дело у нас все закончится. Тут у нас какие-то сбоку баночки можно применять. У меня, естественно, ничего такого нету. Получаем мы с вами в основном только деньги здесь. Что это за баночки такие? Так, ну что, вышел маг. То есть, получается, мы с вами здесь, ну, просто деремся, да? Деремся, побеждаем, получаем... А, вот так вот, да? Камни прогресса. То бишь, враг выпадает нам рандомно. То есть, я не могу здесь залупить рейдом, да? Я должен постоянно вот так вот контрить. Так, вот этот хитрый гад может меня разбомбить. Воу! Нет, хотя нормально, ребят. Должны выстоять. Враг почему-то у нас по уровню не увеличивается. Как выпадает 70-го, так 70-го уровня и остается. А это кто такой? Что? Подожди. Может быть, я что-то неправильно сделал? Он куда-то, ребята, улетел. Блин, может быть, надо было с ним поторговаться или еще что-нибудь в этом роде. Опа. Да, ребята, надо было на него кликнуть. КЛМН, на того торгового. Короче, я получил, вот что это такое? 20 штук мне нужно насобирать. Или 20, это предел. Не могу немножко пока врубиться. Может быть, здесь где-то есть описание. Так, сейчас, подождите секунду, ребят. То, что камни прогресса идут. Вот это что такое у нас? Элементарный. Так, таинственный торговец. Средний и сложный. Купить, что купить-то? Ну, это, наверное, когда я на него бы кликнул, тогда можно было бы у него что-то купить. Так, это понятно. Подземелье Эспина открывается на 48 часов, по истечении которых вновь откроется через 48 часов. Игрок может отправиться на битву минимум одного героя, но не более 5 вырубов, которых уже нельзя будет поменять. В каждой битве монстр будет появляться рандомно, кликнув, посмотрите его информацию. Так, после каждого боя система сохраняет ХП. То есть ХПшки, ребята, сколько есть, столько и будут. В каждой битве есть 15 раундов, после которых, убив всех монстров, герой одержит победу. Если герой погиб в бою или во время боя истекло, то засчитывается поражение. В случае победы есть 3 результата. Вы можете получить шкатулку, встретить странствующего купца или получить лекарство. После боя соответствующий результат будет выведен системой. Шкатулка. После открытия шкатулки вы получаете золото, алмазы, материалы для апгрейда, монстра и другие награды. Странствующий купец. Кликните его, и тогда вы сможете купить артефакты или нажать на кнопку «Пропустить». Блин, ну вот, ребят, я о чем говорю, лопухнулся я, короче. Надо было на него нажимать, а не... Если все герои умерли, то бой считается законченным. Есть 5 видов сложности подземелья. Простой, обычный, трудный, кошмарный и адский. В каждом по 100 этажей. Пройдя 100 этажей, вы открываете следующий уровень сложности. 100 этажей. Блин, я пока на 9-м. О, ну это, ребята, честно говоря, это долгий процесс. Это даже не для съемок, я так думаю, что это надо...
сидеть где-нибудь в свободное время, мобилу в карман положить и вот так вот рандомно кликать. Слава богу, что драки здесь проходят в автоматическом режиме, тебе не надо париться. Вот он будет драться, и таким макаром, возможно, мы с вами... О! Возможно, будем дальше. А вот где вот эти вот лекарства, где это применять? Вот странно, вам не кажется? Здесь я не могу его применить. Вот я вижу. Не могу. Кстати, монстры уже у нас пошли 80 уровня. Простой... А, знаете, что я раньше думал? Что не простой в плане уровень сложности простой. Я думал простой, типа, ну, простаивать от этого слова прицал. А это простой уровень, да? Понятно все. Значит, там потом сложный, очень сложный, адский и невыносимый. Слушайте, ну смотрите, прибавляется. Если я 20 штук собираю, что? Что будет от этого? Я не могу понять. Потихонечку буду, ребята, с этим делом разбираться. Если кто-то может написать мне какое-то дополнение в комментах, естественно, буду ждать, читать и радоваться. Так, пока все у нас хорошо. Так, молоко получил какое-то. Ой. Ладно, давайте, наверное, еще один боек с вами сделаем. Мы уже будем что-то другое смотреть. Что-то купец больше к нам не приходит, не появляется. Видимо, обиделся на меня, сказал. Вот, в первый раз его, типа, проигнорировали. Пошел ты, типа, больше я к тебе не приду. Ну, давайте этих гномов-то бомби, елки-палки. 80 уровня олухов этих. Так. То есть 15 раундов мне, ребята, дается на то, чтобы я завалил. Если я не успеваю, да, уложиться вот в эти 15 раундов, будет засчитан проигрыш. Где же я это уже видел такое, а? А, все, я вспомнил, ребят. Да-да-да. Где такое у нас было? Так, смотри, ребята, что-то... я проиграю сейчас. Пам, да. Слушайте, ну я проиграл, я думал, что ее как бы аннулируют. Нет, дальше могу. Так, пропускать. Ручно. Ну-ка, давай так попробуем, ручно. Ах, вот оно как, ребята. Вот, так вообще замечательно. Вот о чем я вам говорил. Фух, вот так и надо играть, елки-палки. Не смотреть. Тихо. Фух, купить. Я думаю, слушайте, стоит, наверное, купить 10 билетов за 600к. Вообще шикарно, я считаю. За копейки, грубо говоря, приобрел. Так, ну эту бабку накумарим, естественно, ребят. Слушайте, ну это вообще замечательно. Фарм бабла идет. Слушайте, 48 часов. Опа, еще торгаш. Ага, вот это уже дороговато, я считаю. Пропускаем тебя, парень. Ты нам не нужен. Слишком дорого у тебя все. Так. О, да это чудно. Просто чудно, ребята. А тем более, чем хороша здесь норма, ребят. Вы сами знаете, что у нее, когда ее атакуют, есть автоотхил и... О-о, вот тебе и автоотхил. Вот тебе и автоотхил. Не уложились мы в 15 раундов, видимо. Так, ну что ты на этот раз? Ну, возьмем, хорошо. Просто нужны, ребят, нужны мне вот эти вот билеты. Награда, хорошо. 7 брюликов тоже на помойке не валяются. А вот здесь вот проиграл, не уложился, ребята. Не уложился, так, победа. Слушайте, довольно забавно, мне нравится. Вот, кстати, вот эти вот, что мы здесь получаем частенько довольно камни прогресса. Так вообще меня радует. Просто шикандос. Так, ты опять прибыл, да? 1000. Давай возьмем. Возьмем. Мне просто нужны, ребята, камни прогресса. Вы прекрасно знаете для чего. Так, молоко. Все-таки вот с этим я немножко не понял. Или мне 20 штук нужно их накопить, тогда я что-то получу. Или же еще что-то. Так. Ну ладно, ребят, в общем, с этим все понятно нам. Точнее, мне все с этим ясно. Так, в кузнице нам делать нечего. Тут у нас что? Что у нас тут? Тут призывать я не хочу. Хотя, ребята, а давайте сделаем с вами вот это вот. Посмотрим, кто на... О, это кто? Нет, я видел, ребята, я видел этого парня. Это же у нас, по-моему, голем, если я не ошибаюсь. Блин, так, его еще нужно призвать, что ли? Так я же его вроде бы как призвал, нет?
Да нет, он уже должен быть у меня здесь. Так, смотрим, да, вот он. Это у нас Фейм. Или Фейм. Это он... Лучник? Вот это лучник, я всегда думал, что он... Боец, если честно. А это у нас лучник. Ладно, ребята, вот вам еще один персонаж, которого попрошу вас разобрать для меня специально. Просто мясо или не мясо. Так, а это что? Что это такое? А что это такое? Нужен 80 уровень. Ребят, что это за новенькое такое открылось? Не было же совсем еще недавно. Странно. Кстати, да, смотрите, ребят, что у нас происходит в башне. Как меня здесь лихо буду сейчас разбирать. Так, оборотень, давай активируйся. Просто на ура тут меня чикают. Лесовики, блин, да? Да, по-моему, лесовики. Я не знаю, по идее, я им должен наносить усиленный урон, потому что у меня как раз по ним усиленный. Но, как видите, ничего не получается. Они меня как разбирали. Видите, да, что происходит? Так и будут разбирать, блин. И ничего мне здесь не поможет, ребята. Они отхиливаются просто по-жесткому. Все, норма моя здесь просто упала, и все. Офигеть. Разнесли в пух и прах. Так, ну, ребят, мы кого-то можем с вами ведь прапать, так? Так, я вот не знаю, лутса, может быть, вот этого вот. Ну-ка, хватит нам. Есть, хватило. Эволюцию делаем. Отлично, все. Он получил эволюцию, дальше его... Да, до 84-го максимума, что у нас хватило с вами камней душ. Ну, согласитесь, да? Два героя уже есть. Это у нас Кэрри. И это у нас Фейм. Так что, ребятушки... Да, и для вас вот это еще. Дентериан. Потому что он у меня уже давненько получился. Просто я сейчас в данный момент только вам могу показать. Так, ну, испытание храбреца недоступно. 14 часов в откате. Как бы пока, ребята, и все на этом, да? Мы все вроде бы с вами сделали. Все я вам успел показать, как бы вкратце, но тем не менее довольно доступно. Так что всем пока, всем удачи и обязательно с вами увидимся в следующей серии. Ну а вы, ребят, не забывайте, естественно, хотел сказать, вступать в мой клан. Ну и в клан тоже не забывайте вступать. Ну и, естественно, лайк, подписочка и увидимся, ребятушки, с вами в следующей серии. Всем пока и удачи вам.